Привет, ребята, с вами Каиса, и я возвращаюсь к первому Resident Evil, Saturn-версия, для оригинального режима самая подходящая версия, первое издание, по жесткости довольно, ну, жестче, чем переиздание, которое для PlayStation Director's Cut и тем более ПК-издание облегченное. В общем, у меня будет серия челленджей по оригинальной игре и по измененной игре Orange Game. Я уже составил себе списочек этих челленджей. Так, ну что ж, начнем. Новая игра. Да, я вернулся к эмулятору Меднофен, потому что тот эмулятор меня в прошлый раз конкретно так достал. Он там звук постоянно вылетал, и я не знаю, что с этим делать. Будем играть с плохой графикой, но со стабильной. Со стабильной эмуляцией. Вот так вот. Так. Челлендж будет называться следующим образом. Нож я буду использовать только в одном месте на первого босса. На растении 42. И то только на вторую фазу. На первую я использую веджолт. Вот так вот, наверное. Вот. А на всех остальных, на всю остальную игру будет только магнум. И сколько вот найду патронов, останется еще два босса, как раз, и только магнум. Посмотрим, что из этого получится. Ну что ж, буду начинать за Джилл, оригинальная игра. Сцены я буду видеоролики пропускать, а катсцены буду перемоточкой проматывать, чтобы не смотреть по много раз. Да, начну за Джилл. У нее меньше хп. Но у нее врагов поменьше. Ну, перемотаю эту сцену. Вот так вот на перемоточке. Ничего нового мы все равно не услышим. A dining room. What? What is this? What is it? Hope this is not Chris's blood. В принципе, я редко вызываю тут одну сценку. Можно сделать следующим образом. Выйти, вернуться к Вескеру. И вызвать зомба сюда. Такая скрытная сцена. Немного. Lost courage already? It's not like you. Да, Берри тут возмутился. Who is it? Hey, you! Stop! Run, Jill! He's insane! Let's report this to Wesker.
Так, ну да, и можно, в принципе, не смотреть сцену, где он поедает Кеннета. Не заходить вообще в тот коридор. Help me look for him, Jill. Так, ну вот Берри дает отмычку. И уходит. Так, а мы начинаем. Берем, во-первых, тут ленточку. Для сохранений. Две штуки. Да, тут нет автоприцеливания в этой версии. Автонаведения. Пойдем за химикатами, сходим. Карту я брать не буду. Ну а ленту по пути можно и взять, в принципе. Хотя вряд ли я столько буду сохраняться. Но все же возьму. Пистолет я выложу. Оу. Так, сразу откроем, наверное, здесь дверь отмычкой. Сейчас пробежим мимо собак. Травы я, конечно, буду собирать все. За дробовиком я не пойду. Вот так вот у нас выглядит Джилл в эмуляторе Меднофен. Вот. Без всяких улучшалок. Так, туалет нам не нужен. Бежим за химикатами. Открываем дверь. Так, тут сейчас еще один. Берем тут траву, пока он не подошел близко. Ну и в принципе выходим. Главное это сейчас взять, конечно, вот химикаты. Можно нож сразу скинуть. Он до растения будет не нужен. Ленту тоже уберу. Или оставить ленту. Даже не знаю. Ладно, оставлю ленту. Мало ли еще найду. Так, ну а теперь пойдем, наверное, за ключом. Туда, в другое крыло. Я думаю, той же дорогой сейчас пройду. Не буду я наверх подниматься. Смысла в этом не вижу. О, надо же, он не укусил. Лестница спасла. Да, пробегу той же дорогой мимо собак, правда. Но лучше мимо собак, чем мимо зомбов. Магнум, к сожалению, дается в оригинальном режиме только во второй части особняка, когда ты уже возвращаешься из дома охраны. Его можно получить. А вот в измененном режиме он уже в первом части особняка доступен. Thank you.
Так, удалось как-то лихо пробежать мимо собак. Удивительно. Ну, к Форесту я не пойду. Правда, вот тут сейчас я встречу Берри. Он мне гранаты вручит, которые мне не нужны, по сути. Берри! Ну ладно. Я их уберу потом в ящик. А, кислотные. Понятно. Так, ну что ж, теперь пойдем в другое крыло. Для этого нам надо по второму этажу пройти. Надо еще будет сейчас статую толкнуть. Как-то умудриться. Там просто зомбы ходят. А ножом пользоваться нельзя. Вот такая вот проблемка. Статую нужно толкнуть. Так, обошел. Ага, покусал. Ну ладно, первый укус. Главное, чтобы их сейчас свести как-то вот. Блин, один запутался. Это плохо. О, выходит, выходит. Так, что там у меня по ХП? Один укус, да, уже до желтого довел. Ну, почти до желтого. До светло-зеленого. Так, я хочу их переманить на эту область. Мне надо скинуть ту статую. Да, что-то все равно со звуками у меня. Звуки шагов как-то пропадают. Затихают. Так, а что это они разминулись, да, получается? Не понял. Не, ну это печально, что они разминулись-то. Ладно, удалось здесь как-то его обхитрить, оббежать. Статую мы скинули. Этих можно сейчас спокойно пробежать, которые будут здесь. Лестница не позволяет меня зацепить. Так, сейчас соберем кучу трав. Надо гранаты убрать, наверное. Забежать. Ибо они мне не нужны. Не помню, что тут у нас еще есть. Лента, да, на кровати, ага. Еще пару лент. Так, ну можно, в принципе, уже одну траву съесть. Берем гранаты. Куда-нибудь. Так, ну и пошли. Заключен. Сломанный дробовик не нужен. То есть мне далеко не все комнаты нужны будут. Надо только запомнить, какие я буду открывать, какие нет. Вот эту я не буду открывать, там ничего для меня полезного нет. Так, тут один. Один — это хорошо. За Криса было бы их тут двое.
Но у Криса компенсирует это тем, что у него шкала ХП побольше, чем у Джилл. Крис бы явно уже, он от одного укуса не пожелтел. Наверное, я буду чередовать Original Jill, Original Chris, Advanced, Arranged Jill, Arranged Chris. Ну, чтобы как-то было разнообразие режимов. Так, собираем тут травы. Делаем себе смеси полные и неполные. Ну, это на самом деле, я думаю, будет несложный челлендж такой, но для разнообразия я так не играл вроде еще на этот канал. Берем ключ. И все, уходим отсюда. Так, комната-спальня, да? Туда заходить тоже смысла нету. Да, кстати, можно на рояле сыграть, но для этого надо забрать в столовой. Кстати, вот тут откусанный Кеннет, у него ног уже нету. Это вот из-за того, что я вызвал ту сцену, и нельзя получить два магазина. Да, вот такая вот фишка. Так, ну давай я полную смесь сделаю, все, мне место как-то нужно. Надо было, наверное, выложить ленту. Ну, сейчас займемся. Тут я еще и камушек хотел взять. А, стоп, если я возьму камушек... Нет, потом возьмем камушек. Сначала пойдем поиграем на рояле. Версия Сатурна американского региона без автоприцеливания. Японка, она все-таки облегчена. Там. Боссы вроде полегче там. Не помню точно подробности. Но в японской версии Сатурн зато самая такая версия без цензуры. В смысле, не про видеоролики, а про игровые моменты. Там части тела зомбов, голова, ноги, руки остаются на земле. И анимация смерти долгая, там поедание персонажа. Без цензуры все. Но это только японка Сатурн. В американке опять есть цензура. Части тела не остаются на земле, но тени остаются. На самом деле можно было бы взять и первую PlayStation версию, первое издание, где тоже такая же сложность примерно. Но я решил взять Сатурн, потому что я за Криса буду играть, а за Криса в Сатурн два тирана в лаборатории. И это делает эту версию более крутой, чем PlayStation версию. PlayStation, вот. Поэтому останусь на Сатурне.
Так, ну пойдем сразу возьмем ключ от чердака. А, сейчас же еще к Ричарду бежать, точно. У меня места, к сожалению, маловато. Так, берем ключ. Камушек пойдем сразу вставим. Вот там, правда, зомб охраняет тот проход. Ну, в крайнем случае, как-нибудь отобьемся, я думаю. Ну, в смысле, не отобьемся, а... Укусит, только укусит. Ладно, черт бы с ним. Попробую, конечно, его оббежать. Он тут удачно так стоит в проходе. Ага, укусил. Укусил все-таки. Ну, я опять пожелтел, но не должен я, в принципе, умереть от одного укуса. На всякий случай сделаю квиксейв от греха. Так, вставляем синий камень. Берем первую табличку. Сейчас я пойду сразу к Ричарду, вызову эту сцену, где ему надо сыворотку тащить. Можно будет, в принципе, сразу туда сбегать. Потому что это мне придется в лазарет бежать, как раз я все вещи скину. Вот, сейчас удалось убежать от него, пока он разворачивался. Да, все-таки Сатурн, может, и была перспективной консолью, но что-то вот все-таки... Не довели они, не раскрыли потенциал этой консоли до конца. И недолго она, в принципе, просуществовала на рынке. Так, туда пока не пойду. Поднимаемся, значит, наверх. Да, я бы мог еще сходить за одной штуковиной. За еще одним гребнем. Но у меня места нет уже. Так, аккуратно обходим это. На самом деле можно и не тащить ему сыворотку, но это очень долго ждать. Смотреть эти сцены по много раз не хочется. Жалко, что вот они в свое время не сделали пропуск всех катсцен, а только с третьей части это стало возможно. Так, ну я не знаю, наверное, по второму опять этажу пробегусь, так будет безопасней. Хотя там двое ходят, все же. Ну посмотрим, ладно. Попробую их оббежать. А, статуи-то уже нету. Да-да-да.
Так, ну спокойно он пробегается. Я думал, тут как-то тесновато, но нет, нормально, можно пробежать все-таки. Ай, блин, задел, ты смотри-ка. И ты смотри, я уже желтый. Это хреново. Мне не нравится вот это вот. Тут может быть один укус уже, и я труп. Так, ну ладно, постараюсь не попасться сейчас. Надо бы сделать, наверное, первое сохранение. Но с травой погибать как-то не хочется на руках. Ну и применять ее пока что-то не хочется. Все-таки не красный я. Так, чтобы убрать. Ну, можно убрать слишком много у меня трав этих, поэтому... Ленту, в принципе, можно убрать. Мне так много ее явно не нужно. Так, ну и берем сыворотку. Так, сохраняться, не сохраняться. Не буду сохраняться. Лень. Ну, вот эту дверь можно, в принципе, открыть, но не заходить туда. Сейчас, по идее, я должен донести сыворотку, пойти. Время-то ограничено. Но я думал забежать в одну комнату быстренько. Забрать там травы. Я думаю, ничего страшного не случится. Конкретно вот сюда я хотел забежать. Здесь мне надо только дальнюю дверь, там где гардероб. Там, по-моему, две травы лежит. Вот. А, кстати, да, костюмы тут уникальные в Сатурн-версии есть. По-моему, один из моих любимых есть костюмов. Даже. Так, ну, можно взять тут еще пару лент. Вот. Но это не главное. Главное это... Вот, две зеленки. Которые я сейчас же употреблю. Здоровье у меня явно не на... Одна трава меня не спасет, поэтому надо войну применять. Вот и все. Все, эта комната не нужна. Гардероб все равно закрыт. Бежим. Отдавать сыворотку Ричарду. Там еще две травы возьмем. И можно, в принципе, к змее забежать сразу. За гребнем одним. Зажигалка мне вообще не нужна. Зажил. Вообще не нужна. В спальне. Ну там две ленты есть. А, красная трава там есть. В спальне точно. Ну можно будет забежать. Можно. Если опять-таки оно того будет стоить. Лента-то мне, по сути,
Я столько сохраняться все равно не планирую. Много. Да, вот тут две травы. Давай их сразу заберем. На всякий случай. Отдаем ему сыворотку, он нам радио, рацию. Так, патроны мне не нужны. Зомбак, который слева сейчас в коридоре, он мне не нужен. Тот проход мне не нужен. Открываем сразу чердак. И заберем здесь у змеи один гребень. Постараюсь, конечно, сейчас не получить дамаг, но... Не уверен. Что получится? Так, берем второй гребень. Вот тут вот я где-то вставал. Давай, ползи. Да, удалось, отлично. Не вызовется сцена с Берри, который мог бы перенести меня сейчас в лазарет. Или даже не Берри. Там, а кто там выходит? Может и Вескер. Но, скорее всего, все-таки Б. Так, сейчас забежим за еще одним гребнем. Сколько у меня места? Есть место. Вот в эту комнатку. Так, и четвертый гребень будет в галерее. А, есть еще одна комната, где много травы, но там собаки. Там сколько удастся унести. Ну, наверное, стоит туда зайти, да. Рискнуть. Там 6 зеленых трав. Сейчас посмотрим. У меня вот не так много места уже. Так, вот где они сейчас будут располагаться, интересно. Опа, а что ты тут делаешь? Ничего себе. Близко прям стоял. Так, сейчас еще двое у лестницы. Так, книги мне не нужны. В спальню можно зайти. Наблевал на меня, конечно, но зато я прошел сюда. Да, тут красная трава есть. И лента, по-моему, в одной из комнат. Да, вот здесь, по-моему, лента. Ну, ладно, захвачу ее. Почему бы нет?
От спальника трава красная. Так, сейчас интересно, откроет зомбак дверь? По-моему, откроет. Это, по-моему, было такое в оригинале. Да, есть такое дело. Зашел сюда. Один. Зажигалка мне не нужна, а вот трава нужна. Так, ну ладно, одну скушаю. Зато сделаю себе смесь. Вот так вот. Так, а я не помню, сколько мне дверей-то открыть. По-моему, одну осталось открыть этим ключом. Так, сейчас где будет располагаться? Вау, вау, вау. Что ты? Не вышел в дверь. Удивительно. Заплутал. Так, этот вот этот, который близко к лестнице располагался, зашел. Да, это он был. То есть его можно было выманить вообще в то помещение. Хм. Так, ну сейчас мне надо зайти в комнату сохранения. Можно и сохраниться, в принципе. Выложить вещи. Я хотел еще забежать в комнату, где 6 зеленых трав. Сколько возьму там, столько возьму. И потом в картинную галерею. Так. Давай выложим. Десять лент я собрал. Так, ну давай, сделаем первый сейв. А, у меня, я тут когда-то играл. А, ну вот, недавно играл. А, нет, погоди. Недавно я играл на другом эмуляторе. Видимо, когда-то играл я за Криса. Какое-то прохождение было. Так, я сейчас иду вообще без трав, рискованно, конечно. Но там я 6 возьму, в принципе. Не должна на меня сразу убить. Та собака. Надеюсь, не убьет. Так. Просто если во второй половине особняка подойти, то там будет 3 зомба. А это не очень хорошо. Они зажмут там. Лучше одна собака, чем 3 зомба. Да, она, конечно, меня сейчас подамажит. Может быть, даже я и погибну. Кто меня знает. Я, конечно, постараюсь выжить. Так, ну вот, удалось схватить уже первую траву. Давай вторую хватай. Так, вот это нехорошо. Ну ладно, пока живой. Хватай еще. Что там, уже красный, да? Нет. Так, отбежала. Окей. Набирай. Так, она опять куда-то убежала. Можно собирать, значит. Так, бежит сюда. Так, пора лечиться. И еще одна остается. Может, промахнется? Нет, не промахивается. Все, оставайтесь здесь. Счастливо. Ну, я в итоге все равно в плюсе остался. Так, сейчас будут зомбы. Мне надо в картинную галерею за четвертым гребнем проникнуть. Не буду я тогда выкладывать эти травы. Тут
Тут их двое, по-моему, да? По-моему, да. Так, ну давай быстро понажимаем картину тут. Да, мне придется изготавливать Веджоу. Хотя можно, в принципе, и не изготавливать его, а вызвать сцену, когда Берри с огнеметом придет. Можно сделать так. Что-то звука я не слышу, когда нажимаю картину вот эти вот. Они тихо нажимаются, что ли? Так, ну сейчас 4 слота освободим. Так, интересно, там прямо кто-то есть? А, есть. Есть один товарищ. Окей. Минус трава. Ну ладно. Можно было бы попробовать его выманить, конечно, но там еще бы один бы. Может, догнал бы меня. Так, а тут собаки. Сейчас ударит, да? Не успею я. Ставить эти гребни. А, не успел. Ты смотри-ка. Так, двигаем. Стремянку. И берем рукоятку. Во дворе сейчас. Я думаю, синюю траву вообще брать не буду. По сути, я к паукам вообще не пойду. Мне туда не надо. Там только лента. Из полезного для меня. У меня уже ее до конца игры, по-моему, хватит. Поэтому не буду брать. А вот это возьму добро. Так, тут еще две собаки бродят. Сделаем себе побольше смесей. Нормально получилось. Так, ну сейчас добежим до дома охраны. Дом охраны вообще быстрая. Быстрый этап игры. Я бы мог, конечно, сделать Веджоу, да. У меня зажил как и так одна сцена, одна фаза будет с ним. Либо первая, либо вторая. Первая, конечно, она поопаснее. Второй. Мне просто так лень изготавливать эти химикаты. Не, наверное, не буду я этого делать. Статую сейчас двигать тоже не лень.
девочки, которая будет. Что-то они как-то далеко были от персонажа. Так, еще можно две зеленые подобрать. Смешать что-то. Так, ты где? Ну как она меня не слышит? И это меня не услышит. Ай, блин. Получилось всё-таки по горбу. Ну ладно. Заходим. Сейчас самое сложное будет, это спереть книгу двух зомбов. Это будет действительно сложно сделать. Так, ну одну, ладно, одну возьму на всякий случай. Чем мне нужна только книга. Вот в этой комнате надо очень быстро сейчас бежать, они могут меня затолкать здесь. Находится тут так рядом. Давай, бери быстро. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну блин, вот это очень плохо. Отлично. Так, а теперь мне надо за ключом проникнуть. Быстренько. Заходим. Так, спустим воду. И берем ключ от комнаты управления. Так, ну, наверное, к паукам за лентой тогда зайду тоже. И пойдем выкладываться. Штуки. Вот и все. Не успел паук ничего сделать. Так, всю траву можно слить сейчас в ящик, потому что там впереди еще будут давать. Так, убираем. У нас тут и так уже есть, в принципе. Так, рукоятку уберу пока. Лента. Потом будем сохраняться. Не сейчас. Так, плюс тут вот еще спрей. Дается. Его тоже уберу. Так, ну и ленту пока выложу. Пойдем в подвал, в этот комнату управления. Входим. Так, сейчас она меня будет душить, эта щупальца, но она мало урона наносит на самом деле.
Так, сперва надо за ключом забежать пчелок. Забрать. Так, ну а сейчас будем толкать эти ящики. А, в ванной комнате мне забегать не надо. Ни во второй, ни в третьей комнатах. Так, можно вот эту траву забрать. Три травы. Зеленые. И спускаться в подвал. Ящики открывать в этой комнате не надо. Ящик стола. Поэтому пробегаем. Вот эти шкафы подвинем. И спускаемся по лесенке наверх. Мне показалось, игра зависла. Хорошо, что нет. Отодвигаем. Да, не помню, чтоб я резал 42-е растение без автоприцеливания. По-моему, такого еще и я не делал. Без автонаведения ножа. Ну, сейчас испытаем. Ой-ой-ой. Твою-то мать, ну как же так? Погоди, может обойдется? Ни хрена тут не обойдется. Ой, надо же так накосячить, а? С ящиком. Первый раз в жизни так запорол, наверное. Слишком близко подвинул. Ладно, давай я сначала те два вытолкую, надо сразу так делать. Раз. И другой. Так, ну а теперь третий. Потащили. Да тут мне только за ключом надо зайти и все. Ну вот две травы тут еще взять сейчас. Потом я пойду все поставлю. И сохраниться надо будет перед боссом. Да, вода тут такая вот
Она какая-то светлая. Ну, или... ну, отличается, короче говоря, вода. Так, сейчас этот ролик будет. С Нептунычем. Все-таки дольше здесь прогрузки идут в Сатурн версии, чем в версии PlayStation. Так, ну что ж, заходим. Спускаем воду. Их. От третьей комнаты возьмем ключ. Надо подумать, еще вспомнить, где у нас в особняке лежат патроны для магнума. А вот что-то вот... Не, ну я так примерно помню три места. Три места я точно помню. Есть. Три барабана. Просто на змею явно шести не хватит. Это понятное дело. Охотников я стрелять не собираюсь вообще. Тратить пули. Тем более они не должны убиваться с одного выстрела в этой версии. Так, ну пойдем поставим книжку. Откроем вот это все. Даже не знаю, сколько трав брать с собой. У меня их много, в принципе. Главное нож взять. Ну тут в туалет я не буду заходить. Гранаты напалмовые мне не нужны. Это оставим для другого челленджа. Вот этот, в принципе, стол можно открыть. Еще две ленты. Пусть будут. Так, ну и белая книга, очень она высвечивает прям. PlayStation она все-таки как-то не выделяется так сильно. Так, ну можно сюда зайти и выйти, в принципе. Через большие двери. Все, пойдем тогда сохраняться, брать нож, лечилки. А, ну да, конечно. И потом она меня еще один раз схватит.
Да, здесь дольше все-таки открываются двери, чем в PlayStation версии. Так, ну я даже не знаю, сколько чего мне брать. Так, где нож мой? Ага, вот он. Не, ну 4 смеси много, конечно. Ну ладно. Всякие могут быть ситуации. Так, ну а теперь нож в руки и пошел. Пойдем попробуем. Разобраться. Ну, оно, конечно, охренеть сейчас будет дамажить меня. Я представляю, какой там будет урон, если оно меня схватит. Так, у меня уже, да, сейчас? А нет, пока нормальная полоска. В общем, там несколько ударов надо нанести ему. Не скажу точно сколько. И найти такую точку, при которой она меня не будет хватать. Так, я сделаю quick save, чтобы для удобства. Вдруг убьет меня. Все может быть. 3, 4. Ага, все-таки достало, да? Хорошо, подлечимся. Блин, ты смотри-ка. Достает пока. Сволочь. Ну ладно. Ауч. Ну. А, все. Вот сейчас сцена с Берри как раз будет. Все растение. Нескуда. Я даже не знаю, какая фаза проще, первая или вторая. По-моему, одинаково. По ощущениям. Так, ну что ж, берем ключ. Ага, стоит еще подлечиться. Так, ну а нож можно вообще убрать до конца игры в ящик. Да не ту дверь ты щупаешь, Джилл. Не ту. Теперь, по сути, остаются два обязательных босса. Это змея и тиран. Паук не обязательно. Его не сделали таким обязательно. Его можно пройти спокойно. Ну да, сейчас сцена с Уэскером. Так, ну, в особняке надо первым делом идти за Магнумом. Явно. Без Магнума мы не пройдем змею никак. Все, эта дырка бесполезна.
Так, что бы мне с собой взять? Ну, смеси мне, наверное, столько не надо. Одиночные возьму. Вот так, по мелочи. А, ну нож можно выкинуть навсегда. Давай еще раз сохранимся. Это было быстро. Так, ну что ж, убираем ленту и возвращаемся в особняк. От охотников придется побегать. Да, буду я играть, кстати, я не сказал, на плохую концовку. То есть, чтобы не использовать ракетницу еще обязательно. Без тирана на вертолетной площадке. Ну, я просто смысла в этом не вижу. Затянет только эти модиски искать. Пройду на плохую концовку. Ну или посмотрим, ладно. Может быть, все же не на плохую, но и не на лучшую. Концовка Джилл Берри мне, в принципе, нравится. Можно и за этой концовкой сходить, но без модисков. Так, сейчас надо будет сразу забежать в кабинет, взять там книгу, взять патроны на магнум, первый барабан. Вот, заходит. Ох, удалось, как хорошо. Отбежать. Так, ну, зажигаем здесь свет. Вот, первый. 6 патронов. Magnum Rounds. Берем книгу. Сразу ее открою. Так, а теперь бежим за красным камнем. Ух, как он резво пошел на меня. Хотя, погоди. А, ну да, все правильно. Удалось тут оббежать. Тут, кстати, хорошо тут пробегать по первому этажу. Один охотник всего.
Так, ну а тут пауки. Мы на них пробежим. Так, теперь, наверное... Ну, я даже не знаю. Надо на второй, наверное, этаж подняться. Там я не помню. Там, по-моему, два охотника. Столовый. Второго этажа. Ну ладно, в принципе. Главное, чтобы не зажали. Если зажмут, то все, хана. Ну, сейчас посмотрим. Так, удалось пробежать. Да, тут их двое. А тут вот я не помню, сколько зажил. Один или два, но... Возможно, один. А может и два. Нет, один, наверное. Охотник один. Забегаем в эту комнатку. Здесь должен быть второй барабан. Да, вот он. 12 уже патронов получается. Ну и в стволе будет 6. 18 патронов для змеи. Этого должно хватить, по идее. Я, правда, не знаю, сколько из магнума надо ей настрелять. Может, магнум на нее не слишком эффективен. Я уж не помню, когда последний раз из магнума по ней стрелял. Так, мы берем камушек. Что там у меня по здоровью? А, нормально. Все нормально, в принципе. Спускаемся вниз. Ну а теперь за самим пойдем магнумом. Тут, наверное, два охотника. Ах ты, блин, зацепил. Ты смотри-ка, а. Цепанул меня. А тут вообще один, наверное. Вот так вот мы забегаем. Вставляем камушек. Так, ну и вот он. Вот он. Магнум. Кольт питон. Магнум это патроны. Магнум. А само оружие называется кольт. Кольт питон. Не путаем. Ух ты. Круто. Проспал он, проспал. Так, ну тут их двое. Тут, кстати, надо сделать так, чтобы вообще сюда не возвращаться. Но... Чтобы веревка была. Так, ну а теперь бежим сохраняться. Тем же путем, каким я шел. Даже не знаю, сколько
лекарств взять на змею. Сколько смесей? Ну, смеси 3 максимум. То и меньше. Главное не промахнуться, блин. Из такого оружия. Лучки вот эти. Чтоб не задавили меня. Они очень жирнючие. Ух ты, блин. Попрыгунчик-то, а? Ну ладно, пока нормально. Сейчас там еще спрей мне должен Берри был оставить. Ну, модиски я не буду собирать. Ага. Не получилось. Бывает. Так, берем спрей. Медальку можно пока убрать. Спрей тоже поменяю на смесь. Ну вот так вот, если я пойду, я думаю, будет нормально. Две травы плюс должно хватить. Давай сохраняться будем. Стор-рум. Первый этаж. Так, ну, ленту я больше вообще собирать не буду. У меня 10 их. Куда мне их столько? Так, ну все, побежали к змее. А, там сейчас еще 2 травы возьму. Я вспомнил. Зря я столько взял трав. Перебор какой-то получается. Ну да ладно. Поднимаемся наверх. Лечимся. Понятно. Разочек цепанул. А, тут одна трава, тут не две. Так, ну вроде лечиться пока не надо. Берем магнум. Избавляемся от ключа. Там будут еще один барабан на магнум, если что. Да даже останется на магнум, я думаю. Запас-то есть. Ты смотри, какая она крепкая, а? Ага, уже собралась меня заглатывать. Ты смотри, магнум-то вообще хрень против нее. Че, она еще живая? Охренеть. Это ж сколько я в тебя выстрелил. Не понял.
Я все патроны истратил. Она вообще не умирает от магмы. Что за бред такой? Дай-ка я загружусь. Я не понял. Это очень интересно. Может, я в тебя не попадал? Ай, блин. Заглотила. Охренеть она. Не, ну не может же быть такого бага. Что она от магнума не дохнет. Я надеюсь. Куда? Так, ну один патрон я промазал. Окей. Вот два остается. Да ни хрена, блин. Ты смотри-ка, а. Может, я как-то не так стреляю? Не, ну урон-то причиняется. Ну так я по хвосту ей стреляю. Настреливаю. Может, эффект будет, если я по хвосту буду стрелять? Собралась уже меня заглатывать. У меня последние 6 остаются. Все. Нет патронов. Да ну нафиг. Странно. Очень-очень странно. Так, собралась уже заглатывать. Что там у нас? 6 остается. По-моему, один скосил. Все. Нет патронов, блин. Да ну бред какой-то. Ну пригнись. Да, вот это открытие. Вроде проходит урон.
Вроде урон проходит. Но она не умирает. Я не знаю, сколько ей там остается. Что, мне за ножом что ли идти? Бред. Это, конечно, удивительная история. Может, надо верхом стрелять? Может, так будет эффективно? Я не знаю. Ну, да куда? Так, что там мне опять красное какое? Так, я опять красный, да? Фигово. Нас меня сейчас завалит так. О! Удалось ее убить все-таки. Удалось ее убить. Ничего себе. Да, и все-таки ее удалось убить. Я не знаю как, но я стрелял верхом из магнума. То есть направлял оружие вверх, а не по центру. И это в итоге нанесло ей больше урона. Но такая хрень. Столько патронов слить. Это жесть. Я уж думал, ее невозможно убить. Джилл, have you found anything interesting? Yes, but I can't see very well. How about going down to check by yourself? I have a rope here. Oh, do you? Well, then I'll try to go down using the rope. Wait. Это получается сколько? 14 выстрелов я по ней сделал. Это очень много. Hey, what's going on? Now I've done it. Sorry, Jill. Wait. I'll go and get another rope. Barry? Barry? Так, ну ждем, Барри. Да, мне срочно нужна трава. У меня состояние очень хреновое. Так, ну вот, он дал пароль и ушел. Уф, все-таки это возможно. Я уж думал, все. Не пройдется. И то я ее убил уже, когда она меня заглатывать собирается. Здесь уже. Так, ну спускаемся вниз. Сейчас главное зомба оббежать. Вот так вот. Так, а где у нас трава ближайшая? На втором этаже сразу, как на лифте поднимаешься. Да, 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 помню. Здесь еще, кстати, есть, но здесь я не возьму. Даже пытаться не буду. Рискованно. Так, ну вот этому можно и в ноги отдаться.
лежачие не могут убить персонажа. И поднимаемся на второй этаж. Я не помню, тут две травы, по-моему, сразу вот лежит. Но и зомбарь пойдет сразу. Так, а вот в библиотеке я не помню. Там, по-моему, спрея ничего нету там. А, нет, тут одна всего, да? Вот это вот уже фигово. Одна трава всего. Так, там лента. А, ну в принципе в библиотеку мне можно вообще не заходить. В принципе. Так-то бежим. Так, здесь же больше нет никого. Вроде бы нету. Я знаю, что тут есть еще трава. Но тут и зомбарь стоит. Ах ты! Да блин! Я не сохранился, да? Охренеть, вот это я попал. Ну ладно. Ну давай еще раз. Верхом, значит, да? Хорошо. Может, я сейчас больше сэкономлю патронов. Ну. Так, заглатывать уже собирается. А, во, все, я больше сэкономил. То есть, сколько я сэкономил? А, нет, нифига не больше. Наоборот. Ну ладно. Зато лекарств я сэкономил сейчас больше. Ладно, я все-таки пойду на ту концовку, где есть тиран на вертолетной площадке, но не буду собирать мо-диски. То есть будет концовка Джилл и Берри. Так, ну что ж, повторим, сейчас я гораздо больше сэкономил, ну один патрон, да, ушел, к сожалению, ну да ладно. Там, в принципе, будут еще патроны, вот сейчас будет барабан в столе на 6, а в принципе мне больше вот и не надо, у меня только тиран. По факту остается из боссов. Хотя будут еще и в лаборатории патроны. И в подземелье, по-моему, будет барабан. Так. Ну, давай повторим. Давай повторим.
ладно, ладно, ладно. Сколько там сейчас он мне отгрыз? Ну, прилично отгрыз. В принципе, я даже могу паука босса завалить. Хоть он и не обязательный. Разработчики, конечно, зря его таким сделали. Так, смогу тебя обойти? Смогу. Зайдем с батареей. Ну, а туда я не пойду, в библиотеку. Нечего мне там делать. А, нет. Как не пойду? Пойду. Там же патроны для магнума в столе. Так, ну главное вот это вот. За травами сходить, не сходить. Ладно, не пойду. Не пойду. Так, ну я знаю, что ты тут охраняешь. Но я быстренько возьму вот это добро и все. И свалю. Так, ну а сейчас можно, в принципе, сразу к веревке бежать, обратно проделать путь. Мне не надо возвращаться там, где охотники в итоге будут. Поэтому спускаемся в подвал обратно. Берем рукоятку в ящике. Обязательно. Ленту. И травы, может, еще. Так, ну можно сейчас подлечиться, в принципе. Что у меня? 9 патронов на данный момент. Ну, это нормально. Учитывая, что в подземелье точно еще будут, и в лаборатории будут патроны. Так, ну вот этих товарищей я беспокоить не буду. Так, а ты как стоишь? Ага. Ой, чуть не попался, блин. Вот этому. Как я тому вообще попался, блин, замешкался. Когда погиб. Да, тут он вот у нас веревка. Тут, правда, сейчас мимо охотника надо бежать будет. Ну, как-нибудь пробежим, я думаю. Вообще, без проблем. Удалось это сделать.
Так, ну что ж. Ну что ж. Магнум можно... Хотя, ладно, оставлю его пока. Пускай будет. Не знаю, стоит ли брать с собой травы. Наверное, нет. Возьмем ленту, рукоятку. Смеси тоже. Я думаю, мне не понадобится. А, хотя, стоп. Вот эту можно смесь взять. Зеленую и синюю. Она может пригодиться. Так, ну все, бежим во двор. Вставлять батарею, крутить рукоятку. Ага. Я так и знал. И здесь у нас еще остался. Один охотник. Пробегаем. Так, лишь бы собаки сейчас не загрызли. Так, точно в подземелье один барабан будет. А, нет, там не на магнум будет, патрон, там вроде, там гранаты будут. Но в лаборатории точно есть на магнум патроны. Даже, по-моему, в двух местах. Каких конкретно? По-моему, где вставляешь мод-диск один? В этом, в морге. Есть патрон на магнум. И, по-моему, еще в комнате сохранения. А где еще? Может, а больше, может, и нет, кстати. Ну, на тирана мне надо 6. И то это не факт, что заджил на 6, но вот для нее попроще. Поэтому, может, стоит расстрелять паука без проблем. Еще, кстати, не поздно, чтобы Берри погиб в подземелье. Редкая тоже сценка. Ну да ладно, наверное, не будем. Все же по максимуму, чтоб я помучился там на вертолет побегал. Пойду-ка я сохранюсь.
Так, ну и заходим в Бэйли. Oh, Jill, what good timing. A moment ago I heard someone's voice coming from this hole. Let's go together since it's dark and we can't see very well. Okay, let's go. Okay, then I'm gonna cover you. Let's hurry. Hey, are you all right? I can go first if you want me to. Okay, let's go, Barry. I'm depending on you. Так, ну что ж, пошли с Берри. Так, там, по-моему, спрей можно взять. Думаю, это хорошая будет идея. Взять вот этот вот спрей. Так, там гранаты, да? А, ну и уникальные враги подземелья. Вот эти клещи. Так, ну что ж, перематываем эти диалоги. Энрико тут какой-то прям бородатый Сатурн версии, не знаю. Так, ну рукоятка, по-моему, здесь у нас. Да, вот она. На земле. Так, бежим мимо охотников теперь. Точнее этих клещей. Кстати, вот та анимация атаки точно такая же, как у охотника. Видимо, это ранний прототип. Мыл этих врагов. А, стоп. Я не могу нож использовать, поэтому паука я не буду убивать. Мне его надо использовать. Так, сейчас у нас камушек. Катился. Что там у нас лежит? Граната, да? Нафиг не нужны мне. Так, использую паука, чтобы паутину он мне тут проблевал. Собственную. Может, конечно, отравить еще.
посмотрим. Сколько ты ее будешь? Сколько там блевков надо? Я что-то вот забыл. А, ну осталось немного. О, все, да? Да, дверь готова. Так, ну что ж, убью я его тогда. Ага, зацепил. Смотри-ка. Меня зацепил. Вот и все. Отдыхай. Ну, как-то так оставим. Чтоб совесть была спокойна. Этого босса мы тоже завалили. И ровно 6 патронов. На тирана точно хватит. Так, тут можно взять еще один спрей. Ленту. Так, беру я квадратную рукоятку. Она больше не нужна. Спрей можно убрать. Да, лечилок много, конечно. Спрей я вообще не использовал, по-моему. Так, сохраняться. Нет, пока не буду сохраняться. Магну можно убрать. Медальку нам взять. Вот. Ну и на этом все. Как бы. Бежим ко второму камушку. А, стоп, а он мне, по-моему, не нужен даже. Этот камушек. Там же мой диск у нас. Так, 3 раза надо покрутить вот эту штуковину. Слишком долго это смотреть. По-моему, он мне даже не нужен. Гексагональная. Ну понятно. Выдвигаем обратно. И толкаем ее вперед. Я, кстати, может, буду чередовать первый резик, например, со вторым, с третьим. Ну, вот, допустим, на магнум. Пока не пройду вот трилогию, к примеру. Посмотрим. Ну, чтоб однообразия не было скучного. Так, 2 медали уже у меня есть. Все, камень не нужен. Сейчас во дворе травы наберем. Так, ну и остается лаба. Лаба. Даже не знаю, в операционную сходить, подвигать там ради 6 патронов для магнума. Ну, можно сделать это, да.
пострелять на вертолетной площадке еще. А вот синяя трава мне не нужна, наверное. Я уж и не помню, кто меня отравить может там в лабе. Так, волк и орел. Завтра я, наверное, за Криса пойду. То же самое. Да, змея больше всех удивила в этом челлендже. Я прям реально один момент уже подумал, что Магнум вообще хрень против нее. У нее голова, видать, очень уязвимое место. Так. Что там у нас получается? Полная ХП, полная. Спускаемся вниз. Так, ну можно рукоятку убрать. Обменять на магнум, к примеру. Что там по травам? Ну, давай одну смесь возьму в дорогу. Хотя я тут сейчас наберу, наверное. И еще. Давай, иди сюда. Вау, вау, вау. Так, ну тут у нас лестница. По идее, он меня не должен кусать. Ладно, одну взяли, пока хватит. Бежим в компьютерную комнатку. А, вообще проход свободен. Так, ну вводим логин, жон, пароль ада. Мне, кстати, только один надо этаж открыть. B2. B3 можно не открывать. Необязательная комната совсем. Так, ну все, на этом. Пойдем за ключом. Трав у меня много. В принципе, не буду я собирать здесь в лабе. Набирать еще. Так, надо сейчас зомба выманить к лестнице. Чтоб они меня не зажали, главное. А, их же тут двое, точно. Туплю. Это за Криса здесь третий будет. Берем ключ лаборатории.
и спускаемся вниз. Так. Куда бежать, в какую сторону? Наверное, лучше в эту. Лучше в эту пойти. Что-то звука открытия двери нету. Странно. Многие звуки я вообще не слышу в этой версии. Уже на втором эмуляторе. Ладно, давай тут подвигаем. Ради барабана. А, тут еще красная трава есть, кстати. Но у меня зеленых есть, да, по-моему, зеленых. Немножко затянет это заход мой. Ну да ладно. Да, я бы сказал, что Магнум рулит, но вот уже не могу такого сказать. Оружие против змеи-хри. Полнейший дробаш. Я бы меньше потратил дробаша, на самом деле. Как будто не из Магнума стрелял по ней, а из обычного пистолета. У меня такое вот ощущение сдалось. Может, чуть-чуть посильнее эффект. Так хрень полная. Так, у меня сейчас получится задвинуть. А кнопка... Звука кнопки я не слышал. Что за фигня? Так, ну ладно, берем вот этот барабан. Редкая вещь все же. Так, ну а теперь пойдем к химеркам и вызывать лифт. Идти к Тиранычу. Тут сейчас трое будут. А, дверь я уже открыл. Отлично. А, тут их двое. За Криса трое здесь их бывает. Точно. Но они должны будут пропасть. Как я вот это сейчас все сделаю тут. Так, первая панелька. Ну а теперь бежим в эту шумную локацию. Ах ты тварь, блин, прицепилась. Вот химер я бы сравнил с этими зелеными существами в Silent Hill, которые в канализации гуляют. Такие же бесячие, раздражающие. Ну тогда за Криса я завтра буду Ребекку только спасать. Да, я возьму ее с собой к растению. Сделаю эту бэджол. Чтоб мне ее от охотника не пришлось защищать. А, хотя стоп.
Я бы мог по-другому поступить. Но нет, две фазы с растением не хочу. На нож, все. В ремейке, вот, вообще, 2002 года, Заджил, там есть возможность вообще не сражаться с этим растением. Там есть такой. Такой ход событий. Ни одной, ни с одной фазой причем. Вот это, конечно, очень странно было сделано в ремейке. Так, а где? Нету здесь больше барабана-то. Это я перепутал, значит. Ты смотри-ка. Тут гранаты. Это за Криса здесь будут. Намагаем еще. Получается все. У меня больше 12 не будет. Ну ладно. Мне этого точно хватит. Не, не бери эту синюю. Не надо нам. Так, сохраняемся. Ну там на вертолетной площадке пострелять чуть-чуть можно, а можно вообще не стрелять. На выбор. Так, ну я потом еще сохранюсь, наверное. После тирана. Ох, сейчас длинная катсцена. Даже с перемоткой будет долго смотреться. Так, берем сразу. Вооружаемся. Мощным оружием. Да, версия какая-то темная. Сатурн. По сравнению с PlayStation. Темнее гораздо. Ну, в принципе, если так не приглядываться, не, на PlayStation графика лучше, по-моему, даже лица не такие они размазанные, не настолько. Да, вот если бы сейчас Заджил, было бы два тирана, это было бы, да, западня. Тютелька в тютельку могла бы. Хотя я не знаю, может быть тут сейчас тиран Заджил ослаблен. Но нет, 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 вряд ли. Змея была очень крепкая. Так что, скорее всего, боссы тут крепкие. В принципе. Хотя растения я быстро фазу снял. Нажал. Так, ну вот, сейчас начнется. Долгая перемотка. А, ну вот, все. Начинается. Damn you!
у Берри Магнум и у Джилл Магнум. Так, ну точно не три выстрела ему надо, а шесть. А, кстати, вторая эта стоит. Все равно. Но вроде за Джилл он не выйдет из второй колбы. Да, она просто стоит. Барри? Барри? Это ничего не значит. Так, ну что ж, бежим. Бежим отсюда. Так, ну чё, сохранюсь тогда. Сейчас химеры и зомбы остались. Фигня, конечно. Так, убираем ленточку. Надо один слот оставить под батарею. Что у нас там есть? Много чего есть. Так, ну меня точно уже никто не отравит. А, нельзя, да, слушать? Можно вот так смешать, в принципе, две зеленые и одна синяя. По-моему, спрей я так и не юзал, да? Да. Прошел без спрея. Так, тут трава вот еще одна лежит. Можно ее забрать. В принципе-то применить. Ну, как раз один слот у меня есть. Шесть выстрелов. Мог я сохранить один выстрел на змее, мне кажется. Может, один-два максимум. Hurry! А если бы у меня магнум, допустим, к растению был 42-м, а я не знаю, кстати, сколько надо ему было бы настрелять. Шесть, наверное, вот хватило бы, да, на одну фазу, как вы видите. Так, берем батарейку. Вставляем. Так, ну что ж, перемоточка. Okay.
Да, что-то как-то долго за долгие, очень долгие загрузки. Подозрительно. Так, берем флеер и используем. Да, время идет мое. Прилично, кстати, проходит секунд. Пока ждешь вот этого. Так, ну давай тебе настреляем. Два. Три. Ага, зацепил. Ни хрена себе. Стой, стой, стой. Не так быстро. Так, ну все, магнум мой закончился. Давай, Брэд, скидывай свою. А ракетку. Вау. Толкается. Оно толкается. А, вот это его коронная атака. Прилично он тут сносит. Ну ладно, лечимся. Хилок-то у меня много. Ауч. Блин. Тут я застопорился. Ну, наконец-то. И опять он меня тронул. Так, мне главное сейчас в него попасть из этой штучки. Все, готов. Так, ну смотрим концовку. Титры. Челлендж первый из списка завершен, заджил. На оригинал. They always wait up for me. Even today, my oldest daughter. I'm sorry. Don't worry about that. I know you must still be alive. Так, ну и титры пошли. Интересно, они выключаются. Нет, титры не выключаются. Ну ладно, давай досмотрим. Интересно, за сколько времени я прошел. Да, если я прошел на хорошую концовку, я бы получил ключ от Бельгелопа, а так не получил. Ну да ладно.
другой раз, наверное, хороший пример. Так, ну а завтра я буду со Крисом проходить вот эту версию. Тоже нож на растение, одну Ребекку уничтожаю, второй Крис ножом убиваю. Магнум на змею. Кстати, а у Криса, по-моему, так же, да? Два барабана. Да, по-моему, так же. В кабинете и в этом. Так что. Тут, по-моему, одинаково получается. Плюс. Не, у Криса больше будет на магнум, потому что у него базуки нет. Это точно. Ага, 2 часа 13 минут. Ну, уложился я во временной. Бесконечная ракетница была открыта, да, вот. Ну что ж. Я вот тут сохраняюсь. На этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в других видео. Всем пока.